Ребята, не забывайте подписываться в группе ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. В группе ВКонтакте я буду проводить различные розыгрыши. Возможно, повезет и тебе. Так что не забывай подписаться. Все в описании. Друзья, всем привет. Много читал комментариев, ну и по Ютубу много видео. То, что Нивы, которая с кондиционером Урбан идет, в том числе у меня тоже установлен кондиционер, то, что машина по трассе не едет. Ну и вообще с кондиционером не едет, движок дохлый. Хочу на своем примере вам показать непосредственно про свою Ниву. Кто не знал, как включается здесь кондиционер, хочу показать. Сейчас зажигание включу. Смотрите, это включается уровень подачи холода, ну то есть как на холодильнике, там, например, где-то 50, он охлаждает, выключается, это максимально. Вот, включил, потом включаешь кнопку, и кондиционер включается в том случае, когда включаешь вентилятор. Вот, смотрите, вентилятор включил, лампочка загорелась, кондиционер начинает работать. Выключаешь вентилятор, кондиционер перестает работать. Также можно кондиционер выключить или таким способом выключить эту кнопку, или вот таким способом можно выключить просто до конца. Оп, все, он перестает работать. Вот, так что сейчас мы прокатнемся по трассе. У меня сейчас прицеплен там, ну, всякий хлам, короче говоря. Ну, давайте я вам покажу, что у меня в прицепе. Ой, смотрите. Вот прицеп. Вот автомобиль мой. И сейчас мы с вами прокатнемся и реально посмотрим. Поедем, давайте так, на трассе остановимся без кондиционера. Тронемся, 1, 2, 3, 4, 5. Потом остановимся с кондиционером. 1, 2, 3, 4, 5. По своему опыту скажу, то, что автомобиль у меня прошитый, разницы я не замечаю. И в том году по трассе катался, в принципе, нормально. Так что все, погнали, а вы смотрите. Ну что, ребят, сейчас мы проедем с вами с кондиционером. Сразу включаем кондиционер. Так, максимально включаем. Ну и печку. Вот, смотрите, желтая лампочка загорелась, кондиционер заработал. Сейчас, ну, не знаю, метров 200 прокатнемся до четвертой передачи. Потом остановимся, кондиционер выключим. Ну и визуально посмотрим. Поехали. Сейчас мы едем с кондиционером. Напоминаю, у меня сзади прицеп. На данный момент едет, в принципе, как обычно, да, Наташ? То есть вот супруга у меня тоже рядом сидит. Как бы отличия нету. Не замечаю. Вот, смотрите, четвертая. Едем спокойненько. Кондиционер работает. Но охлаждает хорошо. Прям холодный воздух. На улице сейчас. Сколько на улице-то? 18 градусов у нас. Вот, смотрите, четвертая передача с кондиционером, с прицепом, еду спокойно. Сейчас попробуем обогнать. Вот, смотрите, так, сзади машин нету. Смотрите, четвертая, нажимаю газ, клапана не звенят, ничего не гремит. Скорость набирает. Но опять же хочу сказать, что я с прицепом. С кондиционером автомобиль идет. Газ жму не до конца. Ну, как бы спокойненько еду. Вот, переключился на пятую. Сейчас еду на пятой. 60, 70. Спокойненько. С кондиционером она идет. То есть двигателя хватает. Как бы кто-то много не писал, не говорил. Вот. По трассе пока не могу проверить, потому что у меня прицеп. Но едет, едет автомобиль спокойно. Давайте попробуем разогнаться. Смотрите, переключаясь на четвертую, давлю газ. Ну что, набирает скорость? Набирает. Здесь еще подъем.
Переключаюсь на пятую. Напоминаю, еду с кондиционером. Сейчас до кольца доеду. После кольца поедем в таком же режиме, уже без кондиционера. Так, ну что, смотрите, кондиционер я выключил. Поехали также на третий. Набираю. Дачный сезон, тепло. Машин с дачи едет. Ну, очень много. Сегодня я ехал на дачу. Прям пробки. У нас это новая дорога в Оренбурге. Специально сделали в объезд. Потому что эта дорога, которая старая была, всегда была забита в дачный период. Ну и сейчас вот все едут с дачи обратно. Машин очень много. Так, ну смотрите. Четвертое. Пятое. Конечно, по ощущениям она легче поехала. Да? Вот супруга у меня сидит, говорит, да, говорит, есть разница. То, что по ощущениям машина легче идет. Но все равно, хоть и автомобиль груженный, с кондиционером ездить вполне можно, ребята. Так что никого не слушайте. Но опять же, это у меня автомобиль прошитый. Кому интересно, переходите по ссылочке. Вверху будет ссылочка, где я делал прошивочку. Если будете делать у этого человека, то говорите, что как у меня прошивку хотите сделать. Потому что я менял около 5 прошивок. И только недавно мы нашли мне ту прошивку, которую я хотел. Там, где ничто не гремит, ничто не звенит. Вот. И едет она вполне достойно, ребята. Так что, кому понравилось видео, ставьте обязательно лайкос. Пишите обязательно комментарий. Любой комментарий можете плюсик, минус поставить там. Мне будет очень приятно. И все ваши лайки продвигают мое видео, как говорится, дальше. Не забывайте подписываться ВКонтакте. Там мы будем с вами проводить розыгрыши.